через город выходим в раскрытие, встаем, паузу. Далее, роллин, обошли паркушу, заранее, пока еще не раскрыл, делаем поворот, а потом уже выходим в роллин. Или без него можно сразу. Или заранее думаем об этом, поворачиваемся. Вот сейчас было хорошо. А как ты знаешь, что не надо раскрываться? А я жду, когда он меня раскроет, он же дает импульс на раскрытие. А еще глаза. То есть мы видим партнера, что он либо раскрылся, и я раскрываюсь, либо он начинает вращаться, я это вижу и не раскрываю, жду его. Всегда. Это же импровизация в основном, поэтому всегда партнер такая. Я глупая, я не знаю, что ты хочешь от меня. Я буду смотреть и ждать. Да. Давай веревочку. Веревочку. Первая, которая мне понравилась. А, вот так. На плечо, один поворот, друг на друга, на партнершу, она, я, поворот. Это вторая, да, уже, по-моему. А первая? За шею. Так, и убрали руку. Провернули, убрали руку, провернули, убрали руку. Если оставлять руку, то потом нужно будет самому прокручиваться и далее какие-то другие вещи начинают. А если убирать, как на видео на том, то все получится. То есть партнер может стоять на месте, а у девушки по шагам получается, как она как циркулем перешагивает, да? Да. По шагам. Ты стоишь на месте, да, она циркулем. Я тоже поворачиваю. А, да, да, ты поворачиваешь, она циркулем, да, ноги переставляет. Как бы вилкой. Ага, хорошо. И... Бенджи, да. Это вот такой хват на плечо, сначала партнерша, мы спиной становимся, потом лицом, сначала партнерша, потом партнер. Спиной, лицом, партнерша, партнер. Ну, леди флип делаете, нет? Сделаем. С пояснениями лучше, вот как? Вот как вы обычно медленно считаете? И быстро, например. Ну, вот если медленно, как вы начинаете, вы можете уже с базы, отпустил, встали, а потом встали. Если чуть быстро, пойдем. Бум-бум, подготовка и оп. Вот ты сейчас прыгал, по-моему, с двух ног, вот так вот. Я от правой. Оказалось, что двух ног, нет? Я же иду вот правый назад, звук потом сложнее. Сразу вперед и левый. Он показал, потому что у него две ноги потом подсобрались. Да. И ты стала прыгать, когда уже его обошла, то есть за ним. Заранее. Я, по сути... Не, не заранее, а потом. Я вот здесь вот. Отсюда. За ним уже когда прыгать? Ну да, я пытаюсь сразу его обойти себе. Его да, то есть как можно дальше обойдешь, тебе легче будет конечно, прыгнуть. Конечно, мне будет неудобно его обходить, если я вот здесь вот буду такая. И я как партнер тоже немножко ей помогаю тем, что правую ногу ставлю сюда поближе. А уже потом проворачиваю. Ну, у тебя получается практически верхняя часть корпуса горизонтально, да? Что? Конечно. Давайте еще раз. Где-то на скорости. На скорости там можете? Да, они-то все могут. Типа да.